Привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала, с вами снова я, Валдай, и мы продолжаем проходить замечательную игру под названием I am Alive, или Я жив. И эту серию начал бы с того, что хотел бы извиниться за то, что прошлая серия была такая короткая, просто меня там немножко отвлекли, мне нужно было уходить, поэтому, возможно, эта серия получится чуть подлиннее, подольше снять. Вот, ну и, собственно, в прошлой серии мы с вами установили фейерверк на крыше высотки, дали знак кораблю, и корабль приплывает, но случилось несчастье. Какие-то бандиты похитили Мэй. Генри ушел на ее поиски и пропал. Мать Мэй тоже полна горя. Мы отдали ей пистолет и отправили ее на поиски. Сами разделились с ней и тоже идем искать Мэй. Мы с вами находимся на пристани, в парке развлечений. Там, я так полагаю, корабль. Мы здесь, в самом начале, и нам нужно отправиться в путь. У нас есть только лук. Впереди наверняка будет куча бандитов. Ну что ж, поехали. Начнем наши поиски. Давайте оглядимся, что у нас тут есть. Вроде бы ничего. Ну окей, тогда пойдем. Ох, чувствую ничего хорошего. Подсказку видите на 32-м, нажмите Tab, чтобы повернуть следующий пункт назначения. Ага, вот оно что. А, понял. Окей. Я еще не туда шел. Окей, тогда куда мне идти-то нужно? Интересно. Туда, что ли? Что-то пока я нифига... Нифига пока не понимаю. Подождите. Так. Что за нафиг? Тут надо крабкаться, что ли, куда-то? Сюда, что ли? Нет, не хочет. А, вот оно что. Обалдеть. Вы только посмотрите на это. Ладно, окей. Так, и что нам это дает? А, ну мы перелезли через ограду. Ну понятно, ладно, окей, давайте тут тогда. Хорошо. И в целом интересно, что здесь вот нам не мешает этот туман. Вездесущий, проклятый. Этот пепел. Тут можно спокойно двигаться без него, то есть без противогаза. Так, и смотрите, здесь у нас что-то есть. Походу, дело стрелы еще дополнительно. Да, отлично. Ну что ж. Не патроны к пистолету. Эй, вы из тех, кто... Что? Кто не успел прочитать? Где вообще? Где кто? Кто со мной разговаривает? Что за нафиг? Что происходит? Так, аптечка. Это замечательно. Я не понимаю, откуда наносятся эти звуки страшные. Кто-то стонет, но я не вижу где. В упор не вижу где. Так, сюда мне не залезть, интересно, нет? А, можно. Кстати, можно. Блин, не нравится мне все это. Кто-то со мной говорит, я даже не вижу кто. Совершенно не понимаю, где. Так, ладно, фиг с ним, потом разберемся. Давайте посмотрим там, что-то, кто там. А вот кто-то есть, понятно, все, окей. Так, давайте распустимся к нему. Ты знаешь парня в инвалидном кресле, верно? Он сломал мои ребра, я скажу, куда он пошел, если ты подлечишь меня. А точно не он скажет вообще? Тебе лучше спрятаться, эти ребята... Что-то там не успеваю читать, но, наверное, опасно, он имел в виду. Ладно, давайте подлечим его. Используем долбанную аптечку, блин. Ты выполнил часть нашей сделки, я выполнил свою. Твоего друга в инвалидном кресле забрали люди, которых раньше не видел. Ваш друг сказал, что знает местонахождение лагеря выживших. Тут все говорят об этом. Людям, которые схватили его, он нужен был живым. Это все, что я знаю. Ну окей, немного, но тем не менее лучше, чем ничего. Так, давайте поднимемся здесь, посмотрим, что там. Вероятно, они уже далеко отсюда. Удачи в поисках. Да, спасибо. Блин, совершенно непонятно, куда идти, такие большие локации. Так, ну и куда мы? Куда мы ползем? Здесь нам не подняться. Зачем тратить? Эта лестница нужна вообще? Нифига не понимаю. Нам, наверное, сюда надо прыгать. Кстати, вот и враг. Давайте, наверное, сразу с лука его снимем. Вроде он без бронежилета. О, еще один. Так, ну замечательно, минус два. И там у них есть пистолет. Да офигеть, откуда?
кстати, тут очень печально на самом деле, что там кто-то по мне стреляет, я даже не вижу, кто его, у меня совершенно здоровье. И нечем его убить. Видимо, все это фейл. Блин, это очень печально. Ладно, давайте хотя посмотрим, где он тогда. В таком случае. Откуда он по мне стреляет? Давайте пробуем что-нибудь съесть, если мы умрем, все равно это останется, поэтому. А так, может быть, хотя бы. Сможем с него победить. Хоть как-то. Так, давайте съедим помидор, более удаляющие. Две штуки. Да я не знаю, да и все, наверное. Ладно, фиг с ним. Давайте пробуем добраться до пистолета. Так, скорее, беги, беги, беги. Отлично. Офигеть. Блин, и снова здоровье ноль. Как же так зафейлил? Почему у меня лук стоял в руках? Блин, мне даже нечем здоровье восстановить уже. Вином, что ли? Но оно отнимает выносливость. Придется, видимо, есть крысиное мясо. Не хочется, но что делать? Потому что, блин, вот это мясо есть, я еще больше не хочу. Офигеть, блин. Так, ладно, давайте тогда крысиного мяса поедим. Что ж поделать? Хочешь выжить? Выживай. Да, вкус у него, конечно, я представляю, какой отвратительный должно быть. Печально, все это очень печально. Так, ладно, окей. Пусть будет так. Это у нас теперь есть два патрона и две стрелы. Я надеру тебе задницу. Давай, надирай. Да что ж ты будешь делать? Ты снова здоровье ноль. Офигеть, блин, что же делать-то? Ладно. Фиг с ним. Настало время для человечества. Все-таки хочется жить, поэтому придется. Может, это было и не человечно вовсе. Будем себя этим утешать. Так, там еще один. Давайте сразу его. С лука, наверное, сразу убьем его. Нафиг. Ой, блин, я промазал. Так, этот был бронированным. Я по нему промахнулся. Супер! Да ладно. А как его убивать-то, тогда интересно? Нафигеть, да что ж это такое происходит-то вообще? Да ну нафиг. Замечательно. Я даже не представляю, как его убивать, честно говоря. Он вообще он совершенно бронированный, он пофиг на меня. Блин, а где я в самом начале появился? Супер. Просто супер. Вот это фейл. Ладно, окей, давайте еще раз тогда. Да-да-да, я понял тебя, давай. Поехали. Блин, просто какой-то пипец. Быть может, тут стоит оглянуться, оглядеться сначала. Блин, знай бы еще, где с пистолетом мужик спрячется. Ладно, фиг с ним, поехали. Двое есть. Вроде пока больше никого не видно. Ладно, давайте пока сходим к тому мужику. Поговорим с ним еще раз, хотя нам это, в принципе, мало что дает. Только аптечку ему отдавать. Ладно, забирай. Тем самым, вроде как, я получаю повтор, насколько я помню. Ну да. Повтор — это хорошо. Да и плюс блюталяющая тоже, в принципе, неплохо. Да, ну конечно, блин, это вообще, вот там вот просто жопа какая-то происходит, я, честно говоря, вообще понять с ними. Может быть, лучше не связываться с ними, лучше подобрать сейчас боеприпасы здесь, свои стрелы да патроны, и обратно забраться наверх и бегать по этим крышам. Даже не знаю, как лучше поступить. Но, наверное, да, это будет самая правильная идея. Так, меня уже, видимо, запалили. Нужно скорее залезть куда-нибудь. Я тебя найду, он говорит. Так, отлично. Бежим, бежим, бежим. Сваливаем, что у нас здесь? Вроде бы ничего. Ага, ничего, конечно. Совсем ничего. Только здоровенный мужик. С мачете. Какой он мощный, блин. Так, нафиг, лучше забраться куда-нибудь на крышу, короче. Там безопасно.
Обалдеть, сколько же здесь врагов, просто повсюду. Просто повсюду, это что-то с чем-то вообще. Так, кто там говорит, где? Что-то двигается. Да где же они? А, вот, вижу. Охренеть, посмотрите, сколько там врагов. Так, давайте аккуратненько за ними проследим. Вот этот бронированный, я не знаю, как его убивать. Их трое. Нет, их четверо. И, по-моему, у одного из них какое-то охрененное оружие. Вот черт. Вот черт и попал. Все, бежим. Бежим, бежим, бежим. Нафиг, прыгай вниз. Давай, давай. Лучше вниз, да. Лучше пускай так. Так, куда же тут теперь? Как же от них спрятаться? Черт. Черт, что же делать? Блин, мне страшно. Мне очень страшно. Так, окей, ладно, давай, поехали. Быть может, лук пробьет. Да нифига он не пробьет. Охрененно. Ну все, конец. Так, дорогие друзья, у нас маленькая проблемка. Я совершенно не знаю, что здесь делать и как с ними бороться. Блин, это просто какой-то финиш. Ладно, мы теряем повтор и снова зарабатываем на том же самом месте, поэтому так может происходить бесконечно. Если я сейчас снова умру, то, наверное, скипну этот момент и продолжу с того места. Как пойму, что мне делать и куда мне бежать. Да уж, конечно, это просто все вообще, не знаю. У меня просто нет слов, короче, вообще, как с ним бороться, я совершенно не понимаю. Так, окей, ну давайте снова по старой тактике убьем сначала этих двух. Ребят. Ну, того бронированного в шлеме, наверное, просто нужно стрельнуть два раза двумя стрелами в шлем. Я так думаю. Наверное, это единственное верное решение. Так, пока что мы убиваем этих. Хотя нас именно было начало к тому сходить, блин. Ладно, фиг с ним. Полностью без боеприпасов. Замечательно. Так, на тебе аптечку, давай скорее, бери. Вам нужна одна аптечка. А, я еще и не взял ее, ну замечательно, просто шикарно. Я еще и аптечку не взял там. Супер. Ладно, окей. Сходим вниз, ничего страшного. Бывает, тупники. Ну, Генри, конечно, молодец, нифига себе, умудрился сломать ребра этому парню. Здоровому. А Генри все-таки инвалид, в инвалидной коляске ездит. А этот здоровенный детина, посмотрите только на него. Ладно, вылечим его, получим повтор и бежим скорее с боеприпасами, а потом обратно соберемся наверх. И будем думать. Как я рад, что здесь, по крайней мере, не капает выносливость постоянно из-за этого дурацкого тумана. Так, вроде пока врагов не видно, давайте спускаться. А вот они там. Но они меня вроде пока не видят. Окей, давайте просто постараемся их обойти. Я думаю, на самом деле, что оптимальная тактика это просто не высовываться и лазить по этим крышам дурацким. Ну да, вот про этого я забыл. Что он здесь стоит. Ну ладно, с этим-то мы справимся. Так, и вот там вот один будет на крыше. Его мы аккуратненько снимем с лука. Я думаю, надо казнить его, чтобы он не кричал после этого. Так, отлично. Стрелу подняли. Ну что, он сам умер, да? Сам умрет. Ну да, вроде бы сам. Так, что это такое? Давайте возьмем. Болеутоляющее. Болеутоляющее мне здесь очень пригодится. Я, говорит, вижу что-то. Блин, они же могут ко мне подняться наверняка. Если уже это не делают. Ну, пипец, бежим. Придурок. Сам себя выдал с потрохами. Ладно, окей. Ой-ой-ой, не-не-не, не сюда, не сюда. Валим, 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 валим. Да, от режущих ран, конечно, бронежилет спасает немножко. Но не особо.
Так, скорее. Скорее, куда нам идти? Давай, ломай, ломай скорее, все ломай. И беги. И просто беги нафиг. Отлично. Мэй, мы повсюду искали тебя. Я так рад, что с тобой все хорошо. Ты пришел за мной? Конечно, милый, я не брошу тебя здесь. А теперь пошли, найдем твою маму. Хорошо. Это наводнение должно быть из-за землетрясений. Офигеть, да вы издеваетесь, что ли? Еще и наводнение теперь. Вы только посмотрите на это. Так, ну замечательно. Теперь у нас еще и маленькая девочка за спиной привязана к рюкзаку. А впереди просто куча народу, которая мечтает нас убить. Мы можем подняться куда-нибудь выше? Надеюсь, что их смыло волнами, на самом деле, потому что мне совсем неохота с ними связываться. Нет, выше мне вроде подняться не получается. Давайте глянем карту еще раз. Идти к лодке мне нужно, да? Ну, замечательно. Пойдем к лодке. Давайте глянем, может, я таких там... Да. Ты готов найти свою маму, покинуть это место? Да, конечно. В общем, держись крепче, я донесу тебя к лодке. Звучит хорошо. Да, видимо, их все-таки смыло всех волною, и я этому очень-очень рад, дорогие друзья. Потому что я не знаю, как бы с ними боролся. Быть может, конечно, мне бы удалось что-то сделать, но навряд ли. Скорее всего, я просто погиб бы нафиг. Так, ну ладно, теперь нам нужно по крышам двигаться. Я хоть правильно иду? Да нифига не правильно. Мне совершенно в другую сторону. Хотя, может быть... Может быть, все и верно. Быть может, куда-нибудь сюда? Ты нашел Мэй, слава богу. Отлично. Мама, мамочка. Да, моя дорогая, это твоя мамочка. Сейчас мы к ней придем. Так вот, как? Наверное, сюда и теперь вот сюда. Ну да, похоже на то. А я-то думал, зачем эта лестница дурацкая? Вот она, оказывается, зачем. Теперь есть проход открылся. Ты нашел ее. Ты просто чудо. Ты знаешь это? Когда ничего не работает в этом мире, так нужно. Ты мой друг, просто чудо. Я не знаю, что сказать. Быстрее, нам нужно идти. Лодка приближается. Хорошо. Ну, пошли. А где Генри-то, интересно? Он все-таки, что с ним случилось-то, я так и не понял. Неужели он погиб? Жалко его. Хороший мужик был. Я хоть правильно иду-то, интересно? Ну, наверное, да. Направо мне нужно теперь, вот туда, в ту сторону. Ну, пока не совсем видно лодку, но ладно, я думаю, что сейчас мы найдем ее. Они направляются в поселение, называемое Порт Сиена. Насколько это далеко? Они сказали, что мы деремся тут раз за два дня, так что я думаю, это не близко. Но мы слышали несколько сообщений оттуда и раньше. У них есть запасы, и воздух гораздо чище, чем здесь. Это то, что нужно Мэй. А это, мать его, кто еще такой? Он хороший или не очень? Ты должна быть Линда, пока мы тебя ждали, лодку чуть не угнали парни с пушками. Пойдем, мы хотим подальше убраться отсюда. Ну окей. Фу, можно выдохнуть. Достижение я сделаю, это однажды завершено. Поспеши, пора идти. Ты не идешь? Нет, Мэй. Я остаюсь. Ну почему? Я просто не могу до тех пор, пока я не найду Джули и Мэри. Я оставил их раньше, теперь не могу снова их бросить. К тому же Генри все еще там, и я уверен, что ему нужна помощь. Тогда возьми это для своей дочери. Это ей может понадобиться. Спасибо, Мэй. Я послежу, чтобы она узнала что-то от тебя. Спасибо тебе, да все, береги себя. Ты обязательно найдешь их. Джулия. Все будет хорошо, если ты еще здесь, то я найду тебя, обещаю. Я найду дорогу к тебе. Да, дорогие друзья.
Подождите, я что-то не понял. Это все, что ли? Финал игры? Вот на этом вот? Да уж, замечательно. Ну, видимо, нас ждет вторая часть в ближайшем будущем. Неожиданно, у меня просто нет слов, как неожиданно, на самом деле. Я думал, что игра еще продолжится, а она вот так вот закончилась. Практически оборвалась. Ну и в конце нам показали эту девочку, она плачет, смотря ее запись. Видимо, это и есть его дочь, и, видимо, он не смог до нее добраться. Помните, в самом начале он сказал, что если найдете эту видеокамеру, пожалуйста, дайте ее моей дочери и жене. Ну что ж, я не знаю, тут остается только догадать, что произошло дальше. Возможно, будет вторая часть, возможно, мы все с вами узнаем. Ну а я хотел бы сказать, что эта игра была просто шикарная, мне она очень понравилась. Надеюсь, что вам тоже. Я получил большое удовольствие от этого прохождения. Жалко, конечно, финал получился такой немножко смазанный. Я ожидал немножко другого. Спасибо, дорогие друзья, за то, что смотрели вместе со мной это прохождение этой замечательной игры под названием I Am Alive на канале Epic Type. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить большие пальцы вверх. И всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Впереди с вами нас ждет еще очень много всего интересного. Много различных проектов, много различных игр. После прохождения этой игры начну что-нибудь другое. Пока не знаю что, поживем, увидим. Большое спасибо за просмотр еще раз. И всем пока-пока.